25 июня. Сегодня ночью Украину массово обстреляли ракетами. Всего было выпущено более 60 ракет. Массированный удар наносился в частности с территории Белоруссии и акватории Черного моря. Обстрел производился по авиации. Около 30 ракет было выпущено по Житомирской области, 10 ракет были сбиты ПВО. На Киевщине было слышно 8 взрывов, все ракеты были сбиты. На Хмельниччине сбили 2 ракеты. Также произошел обстрел села Десны в Черниговской области. Прилетело около 20 ракет. Есть разрушение инфраструктуры. Во Львовской области снова обстреляли Яворовский район, военная часть. И 2 ракеты сбили ПВО, 4 ракеты прилетели. Также прилеты зафиксированы в Николаеве, Харькове и Днепропетровской области. В общей сложности было запущено за ночь и утро более 60 ракет.